Всем привет, ребят! Вы находитесь на канале Android and Windows Полезные Советы, и сегодня мы с вами поговорим о том, как экономить заряд батареи. Да, после того, как вы сделаете эти настройки, которые я вам покажу, вы сможете экономить порядка 15-20% батареи в день на одном заряде. Ну, то есть, вы сами понимаете, это минимум добавит при активном использовании смартфона минут 30-40, а то и час, при не очень активном 2-3 часа. Я думаю, в современном мире это довольно-таки важно, круто, ну и в целом позволит вам более комфортно пользоваться вашим устройством. Забегая немножко вперед, сразу скажу, что никакие дополнительные приложения устанавливать не надо. Эта настройка есть абсолютно на всех телефонах. Неважно, какая версия Android, неважно, какой смартфон, и ничего скачивать не надо. Все уже предустановлено на смартфоне, просто нужно правильно этим пользоваться, а также немножко кое-что настроить. Ребят, но перед тем, как мы начнем, я хотел бы поздравить вас с новогодними праздниками и подарить вам небольшой подарок. В описании под видео будет ссылочка на приложение Магнит, Магнит Доставка непосредственно. Заходим, открываем, скачиваем с официального Play Market, после чего регистрируемся по номеру телефона и добавляем в корзину все необходимые товары, которые вы хотите видеть у себя на новогоднем столе. Это и продукты, и какие-то сладости и так далее. Кстати, там в доставке у Магнита есть еще и различные бытовая химия, косметика и так далее. И там же в описании под видео вы можете найти промокод на скидочку в 20%. То есть, если вы закажете в Магните по промокоду, который я вам предоставляю к новогодним праздникам, вы получите прекрасную скидку в 20%. Сразу хочу сказать вперед, почему мне очень нравится заказывать в Магните, да и вообще, почему обожаю это приложение на самом деле, потому что ребята все это доставляют абсолютно бесплатно и за 60 минут. То есть, когда вы заказываете продукты в Магните, вы можете быть уверены, что за 60 минут доставка будет у вас дома со всеми продуктами, и за это с вас ничего не возьмут. Еще раз повторюсь, ссылочка на приложение в описании под видео, промокод также в описании под видео. Если вы там уже зарегистрированы, то используйте промокод. Итак, ребята, а мы продолжаем. Смотрите, для того, чтобы экономить батарею на вашем смартфоне, и все это правильно дело настроить, нам понадобится приложение «Безопасность». Найдите его на своем смартфоне, ну, естественно, оно расположено во всех приложениях, вот мы в него заходим. Зашли в приложение «Безопасность», после чего нам нужно попасть в настройки. Настройки у нас находятся в верхнем правом углу. Нажимаем сюда, и тут нас будут интересовать такие вещи, как ярлыки. Ярлыки. Тут очень много различных ярлыков, нам нужно будет активировать, как видите, он у меня уже был включен, очистка памяти. Включайте этот ярлык и сворачивайте приложение. Смотрите, теперь немного пролистав, мы находим этот ярлычок, очистка памяти. Переносим его в удобное место, и вы скажете, как это поможет экономить батарею. Ребят, все очень просто. Смотрите, когда вы блокируете телефон, и при этом у вас, вот видите, вот у меня сейчас одно приложение запущено, и два приложения запущено, то есть, и если я сейчас заблокирую телефон, то эти приложения будут работать в фоне, ну и, соответственно, даже при заблокированном телефоне они будут очень сильно расходовать батарею. Я уверен, многие из вас имеют привычку, то есть, держать так открытыми 5, 6 и более приложений, потому что мои родственники постоянно как бы так делают. Я замечал, что берешь телефон, а там и 10, и 15, в принципе, приложений могут быть открыты. То есть, они их смахивают вот так вот, но не закрывают, не очищают память. Ребят, а именно очистка памяти, вот перед блокировкой телефона делаете вот так вот, очистить, вот одним тапом нажали, очистка памяти не требуется, уже все очищено. Оно убрало вот отсюда все приложения запущенные и блокируете смартфон. Ну, не буду сейчас блокировать смартфон, иначе видео перестанет записываться. Ребят, и вот таким вот нехитрым способом, то есть нажимая на очистку, очень удобно по этому ярлычку, да, и после этого нажимая на блокировку смартфона, вы будете, как я уже ранее сказал, экономить 15, а то и 20% батареи на одном заряде. Очень круто, очень практично.
И это намного удобнее, чем заходить вот, да, вот, ну, давайте откроем эти же там настройки, да, чем заходить вот так вот в меню, то есть все открыто, и отсюда это смахивать. Это занимает больше времени. А тут нажали на очистку, в принципе, нажали, и можно сразу же молниеносно блокировать. То есть оно все равно, то есть очистка уже запущена, и память полностью очистится. То есть неважно, главное нажать, и можно моментально сразу блокировать. То есть действие уже будет сделано. Вот такой вот вроде бы нехитрый способ, который позволит вам реально экономить батарею. Я уже проверял это, естественно, на себе. Пользуюсь там 3-4 дня, и на самом деле батарея держит намного дольше. Казалось бы, данный способ, я думаю, у многих на виду. То есть, может некоторые сказать даже немножко абсурдно, но, ребят, работает, эффект от него заметен и помогает очень хорошо экономить батарею. Напишите в комментариях, знали ли вы про этот способ, пользовались ли им и получилось ли у вас все настроить. Если вдруг у вас есть какие-либо вопросы, пишите нам их в комментариях. А мы заканчиваем. Увидимся с вами в новых видео. Всем пока!